Секрет переговоров и договоренностей. Если вы хотите, значит, чтобы другой человек с вами пришел к согласию, вы должны или иметь убежденность, что вы способны его полностью контролировать. Это невозможно, поэтому так не работает. Второй вариант – это взаимовыгодный обмен. Когда вы говорите, что я тебе дам вот это, а ты мне дашь вот это, значит, исходите не из того, что то, что вы дадите, для вас имеет ценность или в принципе имеет ценность. Для другого человека ценность имеет что-то понятное только ему. Ну, то есть вот что он ощущает как ценность. И если вы хотите договориться, то ваша задача состоит в том, чтобы прознать его интерес. Понимаете, вот не узнать, он не скажет. Другие люди не говорят ничего, они сами не знают. Вы должны прознать, проникнуть, так сказать, в сердцевину его интересов и ответить ему предложением на его этот интерес. И тогда он со своей стороны будет тоже заинтересован. Вот. Или пытайтесь контролировать, но это противозаконно. Не советую.